Как отличить простуду от гриппа, какие витамины пить и когда лучше делать прививки? За этой актуальной информацией химчане пришли на встречу с врачом-терапевтом Антоном Крутенковым. Специалист рассказал, что на вирус гриппа приходится 95% всех заболеваний. В течение жизни человек в общей сложности тратит целый год на лечение. Один из острых вопросов, который интересовал участников встречи – помогают ли антибиотики при вирусных инфекциях? Давайте разбираться. Вот если мы говорим про вирусную какую-то инфекцию, наверное, соглашусь с вами. Большинство думает, что нужно принимать антибиотики. Опять же, расшифруем. Антибиотики – это антибактериальные препараты. Это бактерия. А тут вирус. И принимая антибактериальные препараты при вирусе, при вирусной инфекции, они будут бесполезны. Лекция по профилактике заболеваний прошла в рамках мастер-класса, которые регулярно проходят в Химках. Творческие, спортивные и интеллектуальные встречи в городском округе проходят каждый день. Посещать их может любой желающий. Подробную информацию о дате и времени можно найти на страницах газеты «Химкинские новости», в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.